Федерация дзюдо России. Полувековая история. История, которую мы чтим, и настоящее, которым мы гордимся. Федерация дзюдо – это наши чемпионы, выдающиеся спортсмены прошлого и современности. Фантастика! Владимир Невзоров, Сергей Новиков, Николай Солодухин. Первые обладатели олимпийских наград. Сегодня их уже больше 40 и больше 120 призеров мировых первенств. Опа! Бросок! Победа! Победа! Дорминируй, и еще одна! Золото! Нам не всегда бывало просто. Но как бы ни было трудно, какие бы преграды ни вставали перед нашими спортсменами, они уверенно двигались вперед. И знали, что однажды наступит новая эра, в которой нам не будет равных. И эта эра наступила. Наверное, работа. Она шагает, я ее хоп, вывел, да? Она идет, хоп-та. Я ее что раз вывел? Федерация дзюдо – это наши учителя. Великие тренеры, которые творили историю отечественного спорта, и терпеливые наставники юных атлетов, которым еще предстоит вписать в историю свои имена. Это события. События международного масштаба, ради которых к нам едут представители элиты мирового дзюдо, и турниры для спортсменов, которые только начинают свой путь к победам. Но для нас важны они все. Федерация дзюдо – это инновационные центры олимпийской подготовки и школьные секции почти в каждом регионе страны. Полмиллиона – это как население большого города. Именно столько человек в России занимаются дзюдо. Каждый день спортсмены выходят на татами в тысячи залов. И мы гордимся каждым. Ветераны и дошкольники, мастера и любители в Москве и Челябинске, в Краснодаре и Кемерово, в Петербурге и в Тюмени, в самых южных частях страны и в самых северных. И с каждым годом нас все больше. Ведь дзюдо – это намного больше, чем просто спорт. Это действительно целая жизнь. Федерация дзюдо России. Все только начинается.